команду Stay Dance Project. Сегодня я вас научу делать колесо без рук или aerial. Для выполнения этого элемента нам нужно хорошо размяться. Ну что, поехали? И очень важно, чтобы колени были натянуты. Второе. Это колесо на одну руку. В этом элементе очень важно, чтобы колени были натянуты. Этим движением мы отрабатываем толчок. Третье. Это колесо через локоть. Правый локоть ставится на пол, а левая нога делает мах. Четвертое. Колесо с разбега и в последний момент поставить руки. Этим движением мы отрабатываем толчок стопой. Ноги в воздухе разведены и натянуты. Левая рука делает мах параллельной ноге. Пятое. Это отработка полета в воздухе. Для этого вам поможет бабочка или бедуинский. Попробуй все движения в комбинации, и успех гарантирован.